Здравствуйте, новости спорта на ТНВ, в студии Айрат Шамилов. Сегодня ночью казанский «Рубин» в рамках розыгрыша группового этапа Лиги Европы сыграл в ничью с миланским «Интером» 2-2. Голы на счету Рязанцева и Рандона. В составе итальянцев отличились Левая и Нагамото. К другим новостям. Казанский «Акбарс» крушит очередного серьезного соперника по восточной конференции. На сей раз был бит челябинский «Трактор». В первом периоде у казанских болельщиков могло появиться чувство дежавю. «Трактор» играл точно так же, как и прошлой весной во время плей-офф. Строгая игра от обороны, опасные контрвыпады и много борьбы в центре площадки. К концу периода обеим командам удалось отличиться. Сначала гости реализовали удаление Кулеша, а вскоре «Акбарс» сравнял счет. Никулин отличился также в большинстве. Второй период мало чем отличался от первого, только вот уже «Барсы» смогли отличиться раньше соперников. Забил защитник-бомбардир Евгений Медведев. Челябинцы ответили голом Попова. Перелом наступил в третьем периоде. После шайбы Петрова «Трактор» поплыл, а казанцы напротив нарастили давление и преимущество. Отличились Терещенко, Лукоянов и Куляш. Итоговый счет 6-2. Отметим, что номинально второе звено «Акбарса» приняло участие в 5 шайбах из 6. Усердные тренировки с нашим тренером по защитникам. Андрей Павловичем дают немножко о себе. Пока результат, слава богу, в нашу сторону, как бы не, ну и в личную, и в командную, так что будем продолжать. Когда забиваешь, выигрываешь, и в команде все хорошо, и команда на подъеме, так что будем продолжать работать. Да, «Акбарс» терпеливо сегодня играл, намного. В общем, ждали наши ошибки, когда мы ошибемся. В общем-то, дождались и таки забили. Полное видеоинтервью, а также много интересного и нового вы можете увидеть на нашем канале в YouTube. Завтра «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», а «Акбарс» на своем льду примет магнитогорский «Металлург» с Малкиным, Гончаром в составе. Начало прямой трансляции на ТНВ в 17:30. Волейболисты «Зенита» продолжают разбивать соперников. На сей раз был бит «Кузбасс». Традиционный 3-0. Баскетбольный «Уникс» провел презентацию команды, причем выбрал для этого весьма необычное время. Параллельно с мероприятием проходил хоккейный и волейбольный матч. Баскетбол сейчас переживает не самые лучшие времена. Залы пусты, интерес к игре неизменно падает, с турнирами внутри страны чехарда, а такие накладки не добавляют виду спорта в целом и команде в частности авторитета и интереса со стороны СМИ и болельщиков. Не пора ли делать верные выводы? На этом наш выпуск завершен. Увидимся на ТНВ. Вот и подошла к концу рабочая неделя. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире прогноз погоды. Какими будут выходные, мы узнаем буквально через несколько секунд, а пока полезная для вас информация. Группа компаний «Континент», официальный представитель турецкой компании «Синан Иншаат» на территории Российской Федерации, предлагает жилые апартаменты под ключ на первой линии моря в городе Мерсин, Турция. От 26 тысяч рублей за квадратный метр без комиссий и посредников. Телефон 259-33-68. Группа компаний «Континент» предлагает апартаменты под ключ на первой линии моря в Турции от 26 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 259-33-68. В республике переменная облачность без осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла. Днем на юго-западе республики в Буинске, Булгар, Хопастово, Камском устье и Доржаном 20-22 градуса тепла. На северо-западе в Уарске, Кукмаре, Балтасях и Зеленодольске плюс 18-20. В центре в Чистополе, Нурлате, Аксубаево, Мамадыше и Черемшане 19-22. На северо-востоке в Набережных Челнах, Агрызе, Сармановой и Муслюмово 17-19. На юго-востоке в Альметьевске, Бавлах, Лениногорске и Бугульме 17-19 градусов тепла. А теперь еще немного полезной для вас информации. РРТ «Казань» – официальный дилер «Opel» и «Chevrolet». Только в сентябре в РРТ выгодные предложения на покупку и обслуживание автомобилей. Большой выбор моделей. Подробности на Восстании 131 и по телефону 4-5-3-7. 4-5-3-7. Выбирай свой автомобиль в РРТ. Только в сентябре. «Chevrolet Cruze» от 502 тысяч рублей. Забирай сейчас и плати всего 4 тысячи рублей в месяц. Звони 4-5-3-7. 4-5-3-7. «Анекс-тур» приглашает в Египет. Пляж, хорошее настроение и море солнца круглый год. «Анекс-тур» – ваш туроператор отдыха.
Туроператор Annex Tour приглашает в Египет. Прямой авиаперелет из Казани на комфортабельном самолете. Лучшие отели Египта по специальным ценам. Ежедневно выгодные предложения. Спрашивайте путевки от Annex Tour во всех турагентствах города. Море, солнце от Annex Tour. В Казани переменная облачность без осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Это вся информация о погоде к данной минуте. Удачных вам выходных. До свидания.